Всем привет, друзья! Вот такая у нас сегодня будет небольшая покатушка. Попробуем увезти КамАЗ с прицепом. КамАЗ 5511, я так понимаю, наверное, автор моды Рони. КамАЗ Санчак. Наверное, мне так нравится. Мото обалденный. Ничего сказать не могу. Вообще жесть. На платформу не залез полностью. Я вообще не могу сказать. Мод, ребята, приватный, опять же, красивый. Еще раз повторюсь, все я просто кроме. У меня только обзор данный. Автор, по-моему, большая не ругаться, откуда взялись моды, все прекрасно знают. Кто-то дал на обзор. Это данные похожие на машины. Данные делают, по-моему. Это приватные, уже достаточно. То есть есть Рони КамАЗ и Сергея Пасечника. Приватные моды. Ребята, обращайтесь к Рони и Сергею Пасечнику. Видите, подпишитесь там ВКонтакте. Найдите поиск, явно на противник. Ну, нормально. Мод просто огонь. Обалденно. Опять же, куда-то заехать. Не могу. Ладно, перекрест. Тут на улице, да, ребята. Ага, все, приехали. Трава высыпится. Опа-па. Давай. Не хочет. Ладно. Воспользуемся. Поддержкой, ребятки. Вам не оторвать бы это. Давай. Заберем батон. Вторую кабину, черт кем. Давай, сорви, нет, так. Сюда, не сюда. Давай, 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 пошел, пошел, пошел. Сейчас засадили только КамАЗа. По самое не могу, давайте так попробуем. Так попробуем. Давай, беги себя. Правую дорогу не пустишь. Мухин карандаш. Подвесил жопу свою. Обалдеть, блин, тут все прикольно. Ха-ха, натуре. Вот так вот. Наше бездорожье творит. Ладно. Давай еще разик попробуем. Берем вот сорвем. Давай. Пошел, пошел, пошел.
коньки. Ну, дело сделано. Будет мешать сосна. Не будет, она уже мешает. Ай, сейчас сломаем толком мазать. Макалёки. Что делать-то? Назад, наверное. Ну, назад. Бляха, прицеп потеряли. Трындец, короче. Ну, сейчас мы его переставим. Чик. Его для полного счастья еще. Вот, ловлю полицейский, придет его. Магиом. И моя. Естественно, присутствует, ребята, вся анимашка. Троечка. Вот так вот мы можем. Четвертый. Это кто у нас? Это этот. Конечно, тут открываем, да? Ну все, борта открываем. Здесь борт открывается автоматом. Прицеп мешает. Дышла. Собрали. Вон закрыли. Так, ух, ё-моё. Точно глазануло. Ну-ка. Прицеп. Вот так вот. Так, надо его крутить. Блядь, наверное, сейчас там этот бедный трал сядет на асфальт ляжет. Халявку направили сюда. О! Однако. Надо сходу что ли добавить. О, давай еще упади. Трындец. Молодец. И сломался, вот, командир, сейчас мы пересядем. Я его все равно влагаю не на этот трейлер, блядь. Как бы кто?
собака бешеная. Смотрите, не хочет лезть вот это, да? Ну, заело. Ну, я заеду. Поехали. Ох, вообще тащили. Так, а самому не весело. И, наверное, хочется посидеть, поглумиться. Так, и что, прицеп он стопудово, наверное, не поднимет. Давайте попробуем. Ух, нифига себе, однако. Опаньки. Опаньки. Это да, где-то мы раком раскорячили. Ладно, вообще чудесно все. Так, что делаем? Как вот туда-то? Ну, ладно. Все, затянуться. Пока пушка на полигоне. Видите, груженого КамАЗа сейчас подтащим. КамАЗ, КамАЗ. По поводу данного мода, ребята, можете обращаться к Роне. Мод приватик. По поводу приобретения, все вопросы туда. Мод обалденный, обалденный обгон. Обалденные текстурки, анимация руля еще в старых колодах. Все как надо, все присутствует. Видите, еще и тащим самосвал с бортом. Тут аж можно еще, наверное, штуку прицепить сюда. Сейчас гора залезет, наверное, так, что тут есть. Что тут есть? Опора. Нет, опора нам не надо. Прицеп. Самосвал с пулью. Выход. А, ну значит нет ничего. Значит на другом ничего там нет. Конечно, вообще жесть. Да вот, ребята, преимущество между дефолтом и приватными модами. Мод обалденный. Неужели вот, мне прямо в радость вот, реально покататься в улице. На простом полигоне. Просто тупо поглумиться. Вот сейчас упадет прицеп, но не довезу его никуда. Вообще куда его везу? Просто везу. Да, свалится жопа.
Ух ты, ё-моё. Автор урони, если смотрит, да, данный ролик. С удовольствием бы помог подписать обзор, сделать рекламку модинку, ну вот даже данному КамАЗу делаю рекламку. Ребята, приобретайте, пишите урони по данному КамАЗику. Мод просто супер, автор молодец. У меня ссылки на данный мод нет, не будет. Нет, приватный, все, просто так, короче. Думаю, что автор сильно не будет ругаться по поводу данного видео. Все-таки делаю рекламку на мышке, я думаю, что в принципе ничего страшного не должно случиться. Не, ну КамАЗ, конечно, видишь, вообще. Присутствуют свои отдоны, свои глаза. Похоже, ох, сейчас упадет, нет? Смотрите, как кольцо там красиво. Свои отдоны, свои глаза. Похоже, КамАЗ есть вот у Сергея Пасечника. Тоже в привате. Тоже можете Сергею написать. Ой, сейчас упадет, не подумает. Вот, и вот еще у нас лайк подъедет. Вот огонь. На раз так приятно поползать. Миссия была бы довести сломанный автомобиль, да, до какого-нибудь гаража, а не так, по ремонтной части. Чтоб было, чтоб его только загнать вот на эту платформу, и все, так вот дальше его никак нельзя было эксплуатировать, только перевозка. Вот вам и, пожалуйста, дополнение в игре. Появилась машина с сломанным грузом на трейлере. Получил какой-нибудь бонус. Давайте достанем его. Самый там недорогой. Ребята, пишет, как говорится, молодец. Проходимость видите машины груженого КамАЗа с прицепом тащит в легкую. Просто в радость. Еще раз, ребята, повторю, данный мод находится в привате. Автор мода Рони. Пишите Рони по поводу данного мода. По поводу приобретения. Автор молодец, машина обалденная, отдельно обалденная. Все вопросы по приобретению данного мода Рони. Я надеюсь, что Рони смотрит. Может написать мне в личку. Надеюсь, подружимся и будем сотрудничать. Рони, у вас подписать обзор. Делать рекламку. Это что? Рони, если слышишь, пиши. Так. Обалденный КамАЗ. Вообще просто. Супер-пупер точила, блин. Надо скрин делать. Обязательно скрин. Такой какой-нибудь. Баба. Заигрался, кстати, закатался.
Ну, действительно, ребята, если моделька обалденная, почему бы? Я говорю, никаких, ни карт, ничего не надо, видите, на полигоне просто интересно становится. Покатать машинку. Здесь, наверное, жесткий грузит, он не поедет, сразу и сядет. По самой не балду. Но все-таки небольшие грязьки такие, где спокойно он преодолевает и идет, видите, по карте. Грязь я не буду засаживать, посадка на тралле там низкая. На самом КамАЗе только задний привод. Просто ламирует точно в раз. Все. Бабах! А! Все, ребята, ДТП. Стой, ё-моё, куда поехал? Ну-ка, вороны полетели отсюда нахрен. Все, ребята, вот. Такой обалденный мод. Эти камни тут повыпадали. По поводу данного КамАЗика 5511 обращайтесь, автор мода Рони. Аддоны там стоял за гребель, участвовал многие люди. Мод обалденный. Данный мод находится в привате. Автор Рони. Обращайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу. Всем удачи. Пока. С вами был, как всегда, Драйвер 51 Рус. Пока-пока.